Но весь этот путь стоил этого вида. Я думал, что когда я сюда поднимусь и вернусь обратно, я больше никогда сюда не поднимусь. Не вернусь и не захочу ни за какие деньги, благо еще что-либо. Но, сука, я сюда еще приду не раз. Это просто... Это не передать никакой камерой. Просто это надо увидеть вживую. Ой. Вот так я это вижу через очки. Еще лучше. Фу, вот это кайф. Это кайф просто. Это просто божественно. Это просто, посмотрите вокруг. Посмотрите, какой кайф вокруг. Да, дует ветер. Но, сука, посмотрите, какой кайф. Это просто обкончаться можно, извините за прямоту. Это просто шедевр. Я хочу там искупаться. Господи, боже мой, какая красота. Я не могу на это насмотреться. Какая же красота. Какая же красота. Господи, как же красиво. Это просто божественно. Просто посмотрите на это чудо. И она даже если холодная, то... Ну, у меня сейчас носик не из-за этого шмыгает, что я был в воде, из-за того, что я, в принципе, болею. Но кайф просто, я не могу, я постоянно говорю кайф, 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 кайф. Представляете, 3000 метров над уровнем моря. И здесь такое озеро. Разве это не наслаждение? Thank you.
никто сюда не приехал, никогда не увидел эту красоту. Кто-то вообще не взял ничего. Просто нетронутое людьми место, куда приходят люди. Да, эмоциями. Настоящими эмоциями. Вот поход вот на такой вот ноте. На сегодня все. Всем привет. Привет.